твердые гласные. Громко, четко, чтобы тебя слышали. Ы-э-а-о-у-ы. Еще раз скажи, пожалуйста. Ы-э-а-о-у-ы. Теперь ютированные. И-е-я-йо-ю-и. Вам слышно всем, да? Да. Хорошо. И-е-я-йо-ю-и. Дальше мы начинаем сочетать согласные с гласными. Например, первое это у нас будет Б. Так, давай. Б, Б, Ба, Бо, Бу, Б. Следующее В. Ви, Ве, Вя, Вё, Вю, Ви. И так по всему алфавиту. Екатерина и Анастасия прошлют по скороговорке. Кать, будь добра. Звенит звонок, зовет звонок, и Зой надо на урок. Спасибо. У нас есть скороговорка. Как на горке, на пригорке жили 33 Егорки. Раз Егорка, два Егорка, три Егорка. Ну, и я обычно ограничиваю до 22 Егорок. То есть один раз вздохнули, и до 22 Егорок больше не дышим. Вот смотрите, как это примерно выглядит. Как на горке, на пригорке жили 33 Егорки. Раз Егорка, два Егорка, три Егорка, четыре Егорка, пять Егорка, шесть Егорка, семь Егорка, восемь Егорка, девять Егорка, десять Егорка, одиннадцать Егорка, двенадцать Егорка, тринадцать Егорка, четырнадцать Егорка, пятнадцать Егорка, шестнадцать Егорка, семнадцать Егорка, восемнадцать Егорка, девятнадцать Егорка, двадцать Егорка, двадцать один Егорка и 22 Егорка. На самом деле, может поплатить. Катя и Настя у меня читают как положено, то есть до 33 Егорок. Но теперь давайте попробуем, кто первый решится. Наши девочки покажут в разных, скажем, образах, в разных задачах, как они прочитают скороговорку. Давай. Испугался грома Рома, заревел он громче грома, от такого рева гром, притаился за бугром. А теперь по-другому. Испугался грома Рома, заревел он громче грома, от такого рева гром, притаился за бугром. Спасибо. Теперь Катерина должна прочитать уже не так, как прочитала Люба. Она должна прочитать, скажем, в другой задаче, по-другому. Испугался Рома грома, заревел он громче грома, от такого рева гром притаился за бугром. И усложняем. Еще раз по-другому. Не так, как Люба, и не как ты сейчас сделала. Испугался Рома грома, заревел он громче грома, от такого рева гром притаился за бугром.